Рио. Египет. Я тебя не пропущу. Адиль проходит по краю направо и удар! Опа! И зрители в восторге. Египет завоевал золото! Я рад, что ты вернулся домой, Фадиль. Я тоже очень рад. Ардас считает, что каждый Меджай должен бывать чаще дома со своей семьей. Я скучал по тебе. Грустно, когда старшего брата нет рядом. Не с кого пример брать. Ладно, говори, что хочешь, но за мечом идти тебе. Понял? Стоит попробовать. Что это? Значит, это ты страшный Хансан. Назад! Не смей подходить к пещере! Оказалось, совсем не страшно. Что тебе надо? То, что ты не смог защитить. Похоже, на этот раз Уизлер не ошибся. Очень скоро я снова разбужу зло. Мы остановим тебя! Идем вперед! Мы не верили, что кто-нибудь отыщет Нихансан. То, чего мы так боялись, исполнилось. Я хотел наказать только тебя. Но теперь я покараю всю деревню! Секреты Меджая. Деревня. Фадиль. Софин. Нога. Кажется, я ее сломал. Я не остановил его, Софин. Мы бы и не смогли. Да, но ты не Меджай. А я, да, я должен был охранять пещеру, а не сумел. Я плохой Меджай. Оставь, меня ты уже не спасешь. Но ты должен спасти мир. Мы не можем допустить, чтобы Нихансан снова ожил. Поторопись. Тебе нужен врач, а я не должен был подпускать его. Забудь о том, что ты не сделал. Верь в то, что ты можешь многое.
это существо. Если он нашел Нихансан, то он сумеет оживить его. Он несет его горячему озеру Мусарата. Тебе понадобится помощь, Фадиль. О. Видеть все вокруг себя. И всегда ожидать неожиданной. Ну и где их головы? Стой! Ты не чучело. Но спасибо. Когда ты вернулся? Пару часов назад. Эй, надо сказать Ардету, что ни один Миджай не сумеет заново сложить этого механического жука. Не получится. Он в пустыне с новичками. А ты почему здесь? Я сдала все экзамены неделю назад. Здорово. А? Фадиль, почему ты вернулся? Моя деревня в беде. Где Ардет? Здесь остались только мы с Алексом. Мне нужна помощь. Ты в порядке? Ты как будто призрака увидел. Еще хуже. Я видел существо. Оно явилось ниоткуда. Прямо в вихре песка. В вихре? Значит, это паук? Паук – это тарантул, а Нихансана создал бог Кепри. Это непобедимое смертоносное чудовище. Мои предки обратили его в кокон. Они думали, что остановили его. Но оказалось, что не так-то просто остановить. Ну, Имхотепа не остановишь. Но нам все равно не успеть в Мусарату раньше него. Это мы еще посмотрим. Но! Самолет? Ардет говорит, что Миджай видит будущее. Вот он и привез самолет. Уберите блоки из-под колес. Но кто поведет его? Я хотела тебе сказать, что пока тебя не было, я выучила не только пару приемчиков. Жар земли возвращает жизнь, возвращает жизнь жар земли. Да, это, наверное, каньон Мусарата. Подчинись же мне! Песок, оживи!
Держите их! Туда! На крылья! Пошли! Ты справишься! Смотри! Подтягивайся! Алекс, мы так высоко! Не смотри вниз! Вадим, ты держи палатки! Нам не остановиться! Давай, прыгай! Обожаю летать! Вам понравилось? Наверху! Берегись! Покажи свою силу! Так это и есть наш маленький паучок? Твои сородичи не рассказывали, как его победить? Между панцирем и головой есть зазор. Там он уязвим. Отлично, ломайте тростник. Летать птицами! Алекс! Ах, вот он! Держись, Вадим! Мы уже поздоровались! Летать птицами! Алекс, ты попросил браслета помощи, но ты не устал! Ого! Я должен был бы ослабить, но нет! Вадим, беги! Не могу! Ты призвал к себе на помощь паука! Трус ты несчастный! Летать птицами! Сюда! Вперед! Луксор ждет нас! Луксор! Он хочет натравить своего паука на весь город! Но он пока не там. Енит, попробуй-ка поднять самолет. Он летит не к городу. Куда же он направляется? Я не уверен, но кажется, там есть озеро. Вода и молния соединят нас. Это не озеро, а Напа. И я не думаю, что Имхотеп решил устроить простой фейерверк. Он превратился в Нихансан. Или Нихансан превратился в него? Кажется, мы попали. Точно! Держитесь! Работало!
Его должно было искромсать на части. Теперь уже нет. Панцирь Нихансан нельзя уничтожить. Вниз! Я знаю, как бороться с Имхотепом, но он изменился. Думайте, Имхотеп создал мощный источник энергии при помощи молнии и воды. Да, нам нужно создать источник энергии, равный ему по силе. И тогда мы сможем отделить его от Нихансан. Энергию нам дадут трансформаторы. Ты думаешь, это сработает? А у нас есть выбор? Мой дядя инженер-электрик. Мы с ним иногда работали вместе, но не знаю, смогу ли я разобраться с панелью управления. Сможешь, Фадиль. Ты же Миджай. А нам что делать? Его паутина должна захватить трансформаторы, когда я отключу электричество. Где же ты, Миджай? Летать птицами! Скорее, ходи! Электричества нет! Убежать. Давай, паучок, покажи нам, что ты умеешь. А? Давай! А! Есть электричество! У нас получилось, ходи. Пошли. Имхотеп удрал? Если и так, то теперь у него остались только свои силы. Не думал, что буду так этому рад. Твой народ может гордиться тобой, Фадиль. Миджаи точно будут. Спасибо. Да, но худшее еще впереди. Что? Ардет ведь еще не знает про самолет. Режиссер Эдди Хокинс. Авторы сценария Том Паксли и Грег Клайн. Композиторы Кори Лериос, Джон Д'Андрео и Джордж Габриэль. Художники Джон Дабиэл, Том Энрикес, Хэнк Такер и Том Несби. Фильм дублирован по заказу СТС.